Москва уже давно готова к новогодним праздникам. На проспектах и площадях столицы проходят массовые гуляния. На мероприятии в Екатерининском парке, организованном правительством Москвы, побывали и наши коллеги. Мероприятие называлось «Не Дальний Восток». И вот почему. Почему вы назвали данный праздник «Дни Не Дальнего Востока»? Ведь несмотря на то, что Москву с Дальним Востоком разделяет 1000 километров, все-таки это часть нашей любимой страны. И, конечно, они близки нам, народы, которые проживают на Дальнем Востоке. Вся северная палитра была представлена москвичам и гостям столицы. Это оленьи и собачьи упряжки, сувениры и юрты, национальные костюмы и блюда северной кухни, выступления артистов. Одним словом, было на что посмотреть, а главное – принять участие в импровизированных соревнованиях. Солидную лепту в празднование внесло постоянное представительство Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Но мы сюда пришли, потому что это действительно не Дальний Восток, это наша страна огромная, это наша Россия. У якутов есть такое слово «уруя-ихал», когда встречаемся другом, приветствуем. А человек пришел в этот мир жить комплиментами. Комплименты, пожелания доброго пути и счастливой жизни. Я хотел бы поздравить, здесь меня коллеги поддержат, много вижу якутян, всех москвичей. Нашим якутским приветствием, дорогой Москве, Москве столице, от всех нас, жителей Дальнего Востока, наш якутский уруй! Айхау! 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 Самым интересным, пожалуй, можно назвать мастер-класс по строганине. Здесь все было выполнено в лучших традициях народа Саха. Юрий Куприянов не только научил директора департамента, как правильно строгать рыбу, но и подарил настоящий якутский нож. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Александр Яцентюк, НВК Саха, Москва.